Добрый вечер, друзья. С вами Григорьев. Сейчас мы настроим комнату, посмотрим. Ну вот я вижу, что звук идет, должен быть хорошим, и по качеству видео вроде бы все нормально. Единственное, бывает, что при включении камера подстраивается, и возможно, что... Сейчас я посмотрю, как вот с освещением еще. Вы можете написать мне, как меня хорошо ли видно, слышно. Поставить оценочки от 1 до 5. Так, наверное, вот так было. Также напишите, кто откуда пришел сегодня на мое выступление, на мой эфир. Те, кто меня видит впервые, может быть, узнают сегодня много нового. Ну, а те, кто постоянно приходит на мои вебинары, мастер-классы, наверное, я многого не расскажу нового, ничего. Все будет, как обычно, проходить. Холст я первоначально сейчас чуточку смазал обыкновенным подсолнечным маслом. Работаю на подсолнечном масле. Также разбавляю краску. У меня нет никаких разбавителей, растворителей. И работаем на кислой краске и на подсолнечном масле. Также хочу сказать, что сегодня... Мы будем использовать скупой набор масляных красок. Я беру кадмий, красный средний, синий ФЦ. Есть также... Секундочку. Что, Татьяна? Ты находишься на YouTube. У тебя комната. Вот эта комната. А, вот я вижу оценки. 5-5-5, отлично. Всем добрый вечер. Вот смотри, переключение YouTube. Да-да. Переключение комната. И вот сама комната. Но она, в принципе, мне не нужна. Видно хорошо. Угу. Угу. Так, Татьяна мне помогает. На все вопросы у нас работают два чата, один из них на YouTube-канале, и второй чат работает на нашей странице. По возможности я буду отвечать на ваши вопросы. Делаю некую такую выдержку, чтобы вы успели по холсту, скажу, кто впервые смотрит мое выступление. Обычно я обрабатываю холстик, чуть-чуть смазываю его подсолнечным льняным маслом. Любым можете пользоваться, подсолнечное, льняное. Самый дешевый и, наверное, самый такой успешный вариант – это подсолнечное масло. Кто-то на художественном работает, без разницы. Также можно пользоваться, если у вас нет под рукой подсолнечного, можно пользоваться маковым, можно брать оливковое масло, можно какие-то другие масла брать. Все, что растворяет масляную краску. Подсолнечное масло, многие часто задают мне вопрос, очень долго сохнет картина. Ничего подобного. Картина высыхает так же быстро, как и на обыкновенном тройнике или двойнике. Тройник, единственное, что он быстрее сохнет, потому что там добавляются лаки. А, в общем, конечно, при хорошей погоде и в сухом помещении картина будет сохнуть примерно в течение 2 недель. 3 основных цвета, с которыми мы начинаем работать, это красный, желтый, синий. Перемешивая перемешки между собой, получаем практически все цвета радуги. Для того, чтобы получить коричневый, нужно чуть больше красного смешать с синим, с добавлением белил. Для того, чтобы получить какие-то оранжевые, нужно красно-желтым мешать.
Ну, в общем, рассказывать об этом сейчас не буду, потому что все это есть в интернете, любая информация. Можете посмотреть, как смешивать краски для тех, кто не знает. Единственное, для тех, кто начинает учиться живописи, начинайте именно с трех цветов, чтобы понять, что с чем мешать, какие замесы делать. Белый цвет не считается за цвет, но, в общем, конечно же, это разбавитель всех других. И здесь вы можете попробовать вот с такого начального набора красок, желтый, красный, синий, с добавлением белым, помешать их между собой и поучиться. Почему многие художники не показывают палитру? В общем-то, и много вопросов задают. В общем-то, смысла нет ее показывать, потому что повторить палитру даже вот такую за художником и сделать те же, добиться тех же цветов, в принципе, невозможно, потому что у каждого будет своя палитра. И исходя из этого, мы делаем такие выводы, что в принципе показывать палитру и не нужно, но сегодня все-таки будет рассказано и показано полностью. Вот я так настроил камеру, и мне позволяет сделать моя камера так, чтобы было видно и палитру, и сразу холст. Единственное, что нужно сделать, это избавиться от белого полотна. Вот я вижу, что краска очень жиденькая, так как я в нее тоже вмешал немножко масла. Ну и вот таким нехитрыми такими движениями, влево-вправо, кисть лежит полностью не вот так, а лежит плоско по отношению к холсту. Чуточку, здесь вы должны понимать, чуточку я добавляю масла, здесь я немножко налил маслица в краску. Если краска густая, бывает такое, что краска уже в тюбике жидкая. И в этом случае, конечно же, поменьше нужно брать масло. Ну а если сильно густая краска, здесь вот нужно так понимать, что в каком количестве смешивать между собой. Белила синий для теплоты можно добавить еще чуточку розового, красного оттенка, ну, особенно в какие-то небесные вот сюда. Там на фоне неба мы видим, что небо очень такое светлое, поэтому слишком его уж затемнять не нужно. И вот здесь по перспективе, то есть вот где будут находиться березки, бережок на переднем плане, а его можно обозначить как хотите тоже. Здесь все зависит от вас. У каждого получится своя картинка. Не нужно копировать в точности то, что мы там видим. А берег на переднем плане, его нужно сейчас затемнить, добавляя вот сюда в синий еще красных оттенков, и получаем вот такой темный-притемный цветик. Я сейчас купила в аптеке льняное масло, и им пользуюсь. Оно немного быстрее сохнет. Зачем в аптеке? В аптеке, наверное, дороже, чем в обычном. Я не знаю. Можно пищевое брать, можно брать художественное льняное масло. А единственное, что я... Не каждая краска хорошо вяжется с льняным маслом. Здесь вот я тоже заметил, что титановое белило, может быть, не все марки, не всех фирм, а вот именно что титановое белило очень плохо вяжется с льняным маслом почему-то. А получается такой вот результат при высыхании именно вот почему-то с белилами. А на подсолнечном масле последний год, наверное, больше года я работаю только на подсолнечном масле. Краска не жухнет, не теряет блеска. И вообще свойство краски, чем быстрее она сохнет, тем быстрее она жухнет. Для чего я и делаю первоначально пропитку холста, так чтобы красочка
не сразу впитывалось холст, и не было такого эффекта, что холст втянул в себя вещество, и она тут же сохнет, буквально вот при такой жаре, как сегодня у нас. Через час-два уже невозможно писать. То есть нужно работать интенсивно и быстро. А если мы работаем в течение, там, особенно новички не справляются быстро с картинкой, и нужно поработать некоторое время, чуть дольше, то, конечно же, как и вот на моих мастер-классах, мы первоначально пропитываем холстик обыкновенным маслом, и после этого работаем, бывает, в течение дня, бывает даже в течение двух дней. Все зависит от картинки, от сложности. А есть такие холсты, которые не принимают масло вообще. Ну вот, как говорят, гуся вода. Также и вот холстики такие бывают, они пропитаны там то ли ПВА-клеем, то ли еще каким-то составом. Ну, очень так вот плохо-приплохо впитывает в себя масло. На тех холстах писать, конечно же, таким методом неудобно, потому что краска будет не впитываться в холст, не сразу высыхать, и очень сложно будет накладывать краску, она будет все время переворачиваться, перекладываться, и перемешивая между собой, получаем, что мы опять видим слой холста. А вот для тех холстов не нужен, конечно же, специальный разбавитель, двойник-тройник, так, чтобы краска сушилась. Вот. А я работаю именно на тех холстах, которые хорошо впитывают в себя масло. Здесь вот сейчас ничего пока не происходит на холсте. Мы избавились от белого полотна для того, чтобы белое полотно не сбивало наш глаз. И всем советую начинать именно с этого. Вообще писать на темных полотнах лучше, чем начинать со светлого полотна. Так вот устроен человеческий глаз, когда мы отвлекаемся на белое полотно. Оно нас уводит от контраста картины, а многие новички, не зная этого, начинают писать из одного угла в другой угол картину, и уже на завершении стадии написания через там неделю, две недели, получается, что человек все время обращал внимание и глаз уводил на белый цвет. И белый фон он все время сбивал. И при написании уже картины получается, что картина вышла бледной. Не хватает теневой, не хватает контрастов, не хватает, вообще ничего не хватает. Ни цвета, ни тени. И в итоге получилось так, что, или получается так, что картину нужно переписывать. Вот сейчас я взял обыкновенную вот такую строительную кисточку и избавился от белого полотна первоначально. Вверх я добавил немножко белила, добавил красного цветика для теплоты. Не знаю, камера, наверное, полностью не передаст. Ну и скорее не передаст то, что я вижу на самом деле, и то, что я вижу сейчас на мониторе. Есть, конечно, некие изменения, и эти изменения видно будет уже по фотографии, которую я выставлю после написания уже в нашей группе. А теперь хочу задействовать еще один цветик, это желтый, для того, чтобы, в принципе, вот сейчас первая задача – это избавиться от белого полотна, вторая задача – нанести или положить нужный цвет на нужное место. А тем самым вот здесь еще на переднем плане, здесь еще вот на переднем плане, там по перспективе, по фотографии есть правый берег вот этого, вот этой речушки, или может быть какой-то, какого-то прудика, не знаю. И вот этот темный цветик, который проходит по всему
периметру слева направо, с небольшим уклоном. Ну и вот начинается он где-то примерно с центра картины, как вот с центра фотографии, если пополам взять с этой стороны. И вот здесь чуть ниже опускаемся, если центр вот здесь находится, то опускаемся чуть ниже. И вот примерно вот эту линию, ее нужно также показать, что здесь... И сразу, чтобы понимать всю перспективу, где у нас будет находиться вода, где у нас будет находиться бережок, все сразу нужно обозначить. По отражениям вода имеет некое такое отражение неба. И в отражении по всем правилам нужно показывать небо чуть-чуть темнее, на тон. А вот как здесь, например, мы видим здесь, находясь на пригорке, мы видим полностью отражение неба, которое находится вот здесь наверху. Но вдали, вот то, что затрагивает картина, то, что мы можем показать на этой картине, на этом полотне, то небо, которое в горизонте находится, оно вот там светленькое у нас, и нет никаких темных... Никакой темности. Вот в воде как раз-таки здесь видно, что есть облачность на небе, и есть вот это темное пятно, это как раз-таки то небо, которое находится ближе к нам над головой, но мы его не видим вот здесь вот на фотографии. Поэтому вот, в общем-то, конечно же, мы должны сейчас определиться, где у нас будет находиться вот это пятно темное. То есть беру синенькую. Ну и вот примерно где-то вот в этом районе, в середине, находится вот это темное пятно. Его нужно сразу положить, сразу с ним определиться, чтобы уже не отвлекаться дальше. А все остальное, конечно же, можно будет... вполне позже дописать. Здесь вот трава, которая находится также на правом берегу, она перед тем, как мы будем рисовать траву, вот эту зелень, также нужно затемнить и сделать подложку. А подложка там вот первой травки, которая с берега, вот здесь, она находится в теневой, поэтому вот примерно вот так вот разделяем еще раз холст чуть выше середины. И можно всю вот эту часть, в принципе, затемнить. Вот сделать такой некий подмалевок для того, чтобы можно было на нем потом работать. Первый этап — избавляемся от белого холста. Второй этап. Наносим краску на нужное нам место. И третий этап уже начинаем вырисовывать. Ну и вот, если разделить, например, что правую, что левую часть, в принципе, смысла разницы нету. Берем, отмечаем, например, вот это расстояние с фотографии. Раз, два, три, ну, грубо говоря, четыре. В принципе, опять же таки, не... или без разницы, вот там где-то будет находиться вот это вот конец лужайки солнечной и уже сама лесополоса или что-то такое, кустарники на заднем плане, то, что мы там видим. Немножко можно их пустить в такую некую такую фиолетовость, это красно-синий. Чуточку добавляем белиц. Ну и тоже закрасить можно полностью там, где будет находиться теневая задних планов. Сейчас ничего пока не прорисовывается. Делается только некая такая подложечка. Сам свет мы наблюдаем только вот здесь,
по центру картины, немножко в край уходит. То есть вот здесь, конечно же, опять же, не надо ничего пока, никакой прорисовки, вырисовки. Делаем только намеками. Ну и где-то дерево поднимается чуть выше, там есть кустарники где-то чуть ниже. И оставляем вот парочку таких просветиков. Все, вот такая вот нехитрая подложка, с которой мы сейчас должны поработать. Есть какие вопросы, Татьяна? А вот здесь не опускаешься? Ну, это самое последнее. Голубая речка. Автор этого фото, по-моему, Михаил Галенский из Хакасии. Ну вот спасибо Михаилу, если это Михаил, за такую фотографию прелестную. Мы, кстати, ее писали уже на мастер-классах, работали по этой фотографии. С учениками. Учениками, да. Кто-то на мастер-классы приходит и говорит, мы хотим вот на такую картинку домой. Да, я, к сожалению, не знаю автора, но картинка очень хорошая. По, вот здесь по отражению неба немножко можно выбелить еще в речушке, взять белильц, немножко красный, но красный очень аккуратно, потому что красный он сразу у вас испортит белила и будет на кончике прям набирайте кисточки красные цвета, иначе можно очень быстро испортить красочку. Ну, и вот тут я вижу тоже, в принципе, по состоянию речки, где-то у нас находится может, посветлее. Следующий этап работы – это разогнать вот эту вот красочку так, чтобы она не была структурной. Для того, чтобы положить структуру, можно, в принципе, работать до конца полностью, всю картину делать кистью. Можно сделать это с помощью мастихина. У кого есть мастихин, попробуйте. Очень хороший инструмент. И вот сейчас, например, вот такими движениями вверх-вниз мы делаем отражение по воде. То есть вверх-вниз работаем по вертикали, не по горизонту. Но старайтесь не завалить ни вправо, ни влево, а именно вот как по линейке, чтобы это было. Если какая-то часть темного попадает в свет или свет попадает в темный, страшного нет, потому что мы пока не показываем никакой плоскости, работаем только вертикально. Ну и тем самым вот все время вытираем мастихин, разгоняем эту краску. Если вы делаете это кистью, в принципе, возможно это все кистью сделать, если у кого-то нет мастихина. Попробуйте оба варианта. Уверяю вас, что те, кто не работал до сегодняшнего момента мастихином, постарайтесь привыкнуть к этому инструменту, потому что инструмент очень замечательный, и можно выписывать великолепные вещи. Вот сейчас я дошел до границы, и теперь работаем погранично. Вот здесь вот лишнюю красочку немножко удалить, чтобы она не мешалась. В общем-то, конечно, всю картину можно приписать с помощью мастихина. Это будет одна из техник. Кому-то нравится техника кисти, поэтому каждый из вас должен выбирать для себя. Вот здесь вот я просто приглаживаю и смешиваю между собой темный цвет со светлым, так чтобы был такой
интересный плавненький переходик отражения неба. Ну, еще нужно будет вернуться в более подробной темноте на передних планах. И вот здесь по самому бережку. Вот, все остальное, как вы видите, вот здесь вот лишняя красочка уходит из-под мастихина. Мастихин лежит полностью плоско. Еще их называют художественными ножами, многие не знают. Ну вот и задний план, так чтобы вся структура, избавиться от всей структуры, для того, чтобы мы могли, опять же таки, вторичный слой краски наносить на теневой, так чтобы первичный слой не мешал нам. Если будет густо положена краска, то, естественно, второй слой будет очень тяжело накладывать. Ну и тем самым избавляемся сразу от толстых слоев. И подготавливаем полностью холстик для дальнейшего работы. Также, в принципе, тот же самый эффект можно получить не мастихином, а вот вытирая кисть, например, взять какую-то кисть, и походить по вот этой краске. Далее нам понадобится третья краска. Это желтый цветик. Желтый цветик при смешивании с синим мы тут же получаем зеленые оттенки. Это как раз таки то, что нам нужно. Ну и белила. Вот белила, они все время уходят в 2-3 раза больше при написании любой работы, в принципе. Здесь в желтеньке хочется чуть-чуть солнышко. Ну и, может быть, помимо солнышка нужно будет еще красненького положить для того, чтобы получить такие интересные переходики. Сейчас я снимаю с кисти краску таким густым слоем, получаем ее, выкладывается на холст. Опять же таки, сейчас пока ничего мы не рисуем, а делаем подмалевок, подготавливаем то место, где мы что-то должны прорисовать. Сейчас вот в стиле прописываем импрессионизма и делаем это для того, чтобы красочка лежала на своем месте. Травки, которые находятся на задних планах, их в принципе там тоже прописывать особо не нужно. Здесь вот при смешивании желтых с синим получаем более темные зеленые оттенки. На передних планах уже выходим на темный цветик. Ну, а вот эта краска нужна нам для того, чтобы уже пастозна она была, и чтобы мы могли с ней поработать. Здесь эту красочку я уже не размешиваю с маслом, для того, чтобы она была немножко такой густоватой, вязкой. И еще придется выдавить. Чем больше мы добавляем синий в желтый, тем получаем цвет зелени потемней. А мне не хочется вот здесь вот на передних планах делать такой холодный зеленый, так как на фотографии я вижу.
Хотя, в принципе, можно его разбавить будет еще какими-нибудь зелененькими, изумрудный добавить, травку, что тоже будет смотреться привлекательно. Далее я наблюдаю вот здесь на задних планах какие-то там кустарники, поэтому в эти кустарники также нужно положить сначала. Вот так же пастозненько я беру. Сначала пользуюсь одним цветиком. Ну и только после того, как у нас заработает один цвет во всей работе, мы берем, набираем вторичные, троичные оттеночки. Сейчас особо не разбегаемся по палитре. Смысла не будет. И скупая палитра, она не дает так сильно разбегаться, поэтому делаем вот такие вот, вот такой вот детский подмалевок, детский рисуночек. Сейчас, как я уже сказал, ничего такого пока нет. Ольга Беликова пишет. Ну, Александр меня зовут, не Григорий, Александр. Ты Гриша, что? Так, Синяя Беликова. Зачитывай, пожалуйста, если какие-то есть вопросы, чтобы я сильно не отвлекался. Положила первый слой темный, потом очень трудно пришлось. Картина так и получилась темной. И вот сейчас смотрю, опять меня это ожидает. А если вместо синего до берега положить темно-зеленый? Да, можно, конечно же, взять темно-зеленый. Можно взять вообще все оттенки, которые мы наблюдаем на этой работе. И не прибегать к скупому набору, так как это делаю я сейчас. Но в самом начале я сказал, для чего мы пользуемся скупым набором красок на мастер-классах. Для того, чтобы человек понимал, вообще масляная живопись, она пишется именно и ведется от темного к светлому. И картина высветляется постепенно. А значит, у вас получилось так, что при высветлении вы недостаточно положили каких-то белых светлых красочек. Но если мы не сделаем подложку темной, а здесь мы наблюдаем среди травки, вот там на задних планах где-то, вот на самых задних планах, вот то, что я сейчас сделал, это прям темное вот выкладывает. Для того, чтобы мы постепенно переходили от темных к светлому, а иначе не получится. Если мы будем идти как по акварели, от светлого к темному, то... В общем, конечно же, есть такие работы, которые делаются масляной краской от светлого к темному и работаются прозрачными красками. Там, конечно же, там чуть-чуть другая техника. Ну, а вот написать картину, то, что мы сейчас видим на фотографии, сделать ее приблизительно вот такой же, то, что мы сейчас видим, в течение короткого времени, в течение вебинара, во время моего рассказа. Именно вот такой технике нужно подходить. А еще тут же нужно избавляться от любой теневой пастозности. То есть вот вся вот эта краска, которая темно лежит, ни в коем случае она не должна лежать пастозно. Иначе если она будет лежать пастозно, толстослойно, вот некоторые еще спрашивают, что такое пастозность, толсто, то прописывая на этой толстой теневой какие-то потом уже, еще же мы будем прописывать, приходить более светлым оттенком, то краска начнет перемешиваться между собой, получится каша, получится некрасиво. Поэтому все темные планы, все задние планы, все вот эти вот теневые прописываются темной красочкой,
но тут же оно прописывается непастозно. Иначе не получится перемешать следующие оттенки. Есть картинки, вот когда не избавляемся сейчас. Вот я сейчас, что я делаю? Я все время вытираю. В одной руке у художника все время находится какая-то тряпочка, бумага, салфетка. Так, для того, чтобы избавляться от лишней красочки. И вот сейчас она, в принципе, вот эта задача исполняется. Сейчас мы начинаем уже работать с этой краской. Это уже третий этап, когда есть нанесена краска, и от нее нужно, с ней нужно сейчас чуть-чуть поработать. Вот что остается? Остается темный цвет, но он не пастозный. Вот как здесь пастозно, структурно лежит. Здесь нет же пастозности. И вот только потом на вот этот цветик будет еще прорисовка вестись. Ну, в частности, здесь есть еще отражение по воде этой травки. Какой цвет на ближнем плане? А вот вся палитра. Красный, синий, желтый цвет. Пока я не брал, не пользовался никаким другим цветом. Смешивал. Ну, по большому счету, здесь смешано сейчас темные цвета, смешаны красный с синим. А зеленые цвета я получил при смешивании с добавлением желтого. Вадик, ты что хотел? Что вы тут ходите? Иди, пожалуйста, не мешай, у меня сейчас урок идет. Каких-то других у меня пока нет. Ну, они есть, конечно же, у меня есть полностью наборы, и можно писать, как вам удобнее. Можно брать все различные оттенки. Можно брать зеленые оттенки из кубиков. Но так вы не поймете. И будете писать тем цветом, то, что вы видите, выдавливать из тюбиков именно те цвета. А вот получиться смешивать вот эти цветики, вот это, конечно же, интереснее. Более, если мы же не делаем какую-то там абсолютно один в один, не угадываем один в один цвета, не пишем эту картину прямо вот, то, что мы видим на фотографии, также должно быть здесь. Нет, конечно. Делаем все абсолютно приблизительно, без всяких навязываний того, что якобы нужно. Вот сейчас плавно уже переходим на вот эту вот красочку, которая здесь лежит пастозненько. И вот эту собачку тоже надо убрать. Убери оттуда. Что-нибудь да, храпит она. А по вот этой пастозности на задних планах мы можем вот так вот по мастихинам. Вот такой интересный эффектик получается. И в принципе мы там ничего не прописываем. И там есть вот такая красочка. Есть такая травка, которые вот с такими прикасаниями будет неплохо смотреться. Также на переходике вот между темным и светлым, прижимая и чуть-чуть, может быть, протягивая в направлении вертикали, получаем вот такие намеки на какую-то полянку. Там, где она более толстым слоем, совсем толстым слоем лежит, то ее немножко поубирать можно. Ну, вот это простейший, наверное, самый из простейших эффектов, как можно написать траву.
Есть, конечно же, масса способов. Можно пробивать. Способ пробивки. Способ... выписки, то есть можно выписывать чуть ли не каждую травинку. Вот, там играет большое разноцветие на заднем плане. Также есть очень солнечное такое. А есть, как я уже сказал, можно добавить с белилами, смешать, чтобы солнышко такое получить. Можно даже добавить чуть-чуть красненького и некие такие травинки прописать красненькими оттенками. По пробивке, вот я уже показывал. Берем какую-нибудь вот такую вот тоненькую кисточку, и вот можно прямо вот так постукивая, хаотично, не сильно увлекаясь, чтобы прям все забито было. А вот в некоторых местах вот такими простуками показать, что там тоже что-то такое растет на задних планах. Так. Ну, вот где-то не на самом краю, там где-то ближе к центру еще можно ввести сюда таких светлых оттеночков. И слегка вот так легонечко прикасаясь, протягивая вверх, тоже получается такой интересный намек на травку. В самом конце уже, когда картина более-менее будет написана, будет все понятно, там уже можно, конечно же, прописать досконально, доделать, доработать эту травку. Также по веточкам на задних планах, вот я сейчас беру чуточку красненького, добавляю вот сюда желтенький, получается такой оранжевый оттеночек. Ну и кое-где не так, чтобы холодный желтый был, и не сильно оранжевая, а такой желтый, больше уходящий, может быть, переходящий в оранжевый цветик. Можно сейчас написать или сделать намеки на задние листики, на задних деревцах, но не сильно там уточняя, сейчас вот опять же таки пока без бликов. Опять же таки пока только вмешиваем эту краску в деревья, делаем намеки на заднюю растительность. Здесь я не досказал, низ у деревьев там больше лиственности, поэтому там больше темноты, чем ближе мы опускаемся к низу, там больше темности. Ну и здесь можно, в принципе, уже выходить из того, что свет падает с левой стороны. Это видно по стволам деревьев. Вот здесь видно, что с левой стороны больше светика. Поэтому... А вот часть вот теневой, которая уже положена на холсте, с левой стороны... Больше уходим в светлые оттенки и плавненько переходим вот этими темными оттенками. Темные оттенки остаются на правой стороне. Тем самым получается объем деревьев. Все абсолютно забивать не нужно. Делаем только намеками. Очень часто на наших мастер-классах мы показывали, многие показывают, как прописываются деревья. Ну, тут просто нужен какой-то такой некий навык, тренировка. Очень хорошо прописывать и учиться прописывать деревца на плейнерах.
Вот, пока, опять же таки, пока ничего особенного здесь не происходит на холсте. С этой задачей справляется, ну, практически каждый новичок. Просто немножко задрал высоковато рука. Все время тянется наверх. Сейчас уже не буду еще переделывать. Пока без каких-либо стволов. Вот что-то такое примерное делается. Дальше я еще подойду более тонкой прописке, может быть, чуть дальше. Но сейчас нужно писать всю картину. Не оставаться на одном месте, не зацикливаться. Писать вместе со мной, может быть, не стоит сразу. Особенно те, кто пишет, имеет опыт уже работы. Там да. А в общем, конечно же, попробуйте, может быть, несколько раз сначала посмотреть, после чего уже самостоятельно приступить к этой работе. Я пользуюсь вот такими салфетками, обыкновенными кухонными полотенчиками. Здесь вот эту темную красочку, которую я нанес уже, ее нужно сейчас мне потушевать и вот так вот между водичкой и, может быть, водичку загонять, и вот сюда наверх. Ну, царапаю я просто вот эту красочку вверх-вниз, и получаем такой эффектик. Эффект вот этой теневой стороны и эффект отражения в воде. Именно вот этой травки. Там же будет находиться еще одна теневая. И более точно уже второй раз нужно, может быть, третий раз пройтись по этому местечку. Опять же таки, это красный с синим. Можно брать какие-то темно-зеленые, очень темно-зеленые оттенки. В этот красно-синий также можно вмешать, если мы не прибегаем к каким-то сложным цветам, то вот здесь у нас сейчас на моей палитре, во всяком случае, три цвета. Это красный, желтый, синий. И вот с этими цветами я сейчас работаю, в общем-то, над всей картиной. И уже на самой картине, вот то, что я вижу, много разных оттенков получилось. Палитра, она чем больше начинаем мешать, тот иной цвет красочки, получаем все сложнее и сложнее замес. Вот почему и, в принципе, невозможно повторить то же самое, что происходит каждого на палитре. У каждого будет своя палитра. А если мы будем прибегать к многоцветию, многообразию красок, использовать большие наборы красок, новички, конечно же, путаются. Не понимают, что с чем, для чего смешивается. Поэтому вот при написании простейших вот таких пейзажиков не прибегайте к большому набору красок. Особенно, ну, все же вебинары сделаны для начинающих, поэтому если меня смотрят художники, они знают, что это такое написание. И иногда нужно писать многообразие цветов. Но так как все вебинары проходят и делаются для новичков, поэтому я пишу скупым набором. Здравствуйте, есть ли возможность прикрепить фото? Ну, прикрепить фото надо было вам сделать. Фото есть везде, в принципе, есть. Есть ли возможность прикрепить?
как бы его прикрепить еще, скажите. Она же вот внизу находится, оно вот. Вот есть. Фотография сама. Фотография, да, фотография сама. Ну, посмотри, видно я так. Ну, а ты будешь мешать, хорошо. Ну, посмотрим сейчас. Сколько по времени будет доступна запись? Запись. Моя запись будет доступна по времени всегда. Выходите, смотрите. Ты ее открытую оставишь? Да, я делаю открытую, да. Открытый, бесплатный. Смотрите, наслаждайтесь, рисуйте. Вот, здесь, конечно же, можно взять, также можно и пробить еще травку, доработать. Можно повытаскивать вот так вот каждую травинку, поразнообразить еще. Это же классно дружить с художниками. Дружить. Да, мы такие. Дружите с нами. Конечно, классно. Вообще дружить классно. Дружба хорошая вещь. Так, сейчас я еще немножко хочу уточнить задние планы. А там есть много-много цвета на деревцах. Деревья находятся близко. Это не такой задний план, где нужно уходить в какие-то фиолетовые оттенки. А вот именно такие близкие деревца, которые находятся вот здесь прям. Как есть такое выражение, рукой подать. Сюда нужно также больше светика. Я не копирую сейчас фотографию, смотрю по своей уже, что у меня получается. На левую сторону. Единственное, что я загоняю чуть больше. Чуть больше. Может быть, не стоит мельчить вот такой тоненькой кисточкой. Скорее всего, не стоит мельчить. Взять. Очень будет удобно сегодня еще прописывать синтетикой. Синтетика – это такие мягкие кисточки. И мягкие кисти, они позволяет по жидкому маслу работать. Жесткая кисть она будет выцарапывать, а мягкая кисть, конечно же, будет позволять делать какие-то такие, ну, слегка надавливает. То есть не нужно, конечно же, здесь прям так сильно давить, чтобы... Но и, опять же таки, не забивать все полностью. Тут нужно чуть-чуть вот продумывать этот вариант, этот моментик, как сказал Леонардо да Винчи, где, как он говорил правильно-то, рука художника должна работать вместе с головой. То есть если мы не будем, если будем просто тупо брать и забивать все в шахматном порядке, то ничего не получится. Здесь нужно какие-то все-таки такие моментики, где чуть-чуть просчитывать, где может находиться свет, где может находиться кучка световая, а где она теряется в темноте. Вот. Ну и так вот такими намечками, не обязательно тут уж сильно, сильно-пресильно прибегать к какой-то выписке задних планов. Вот тут вот еще деревце.
кому-то, может быть, захочется какие-то сосенки, елочки, кому-то захочется, может быть, лиственницу подписать. Нет разницы. У каждого должна сработать своя фантазия. А также повытаскивать теневую. Есть теневая, есть темные моменты. И эти темные моменты также можно с помощью кисти в правой, с правой стороны чуточку показать. Также в небо внести, может быть. Сейчас я немножко еще задний план, и потом переходим сразу на передний. Вот так вот быстренько. Быстренько прибегаясь. Как я уже сказал, сейчас только такой вот в намеках. И потом уже в самом конце, когда картинка к завершению проходит, там уже можно, конечно же, прописать, дописать, поанализировать, где проанализировать и прописать уже каждый, может быть, листик, который должен быть где-то находиться. Так, по стволам сразу можно стволы показать. Их там много. Ну и можно взять красный смешать с желтеньким. Получится такие оранжевые оттенки. Больше в оранжевый уйти. Вот такой оранжевый на свету. Александр, извините, только сейчас дошло, что назвала вас Григорием. Григорьев – это фамилия. Григорий, у нас есть Харченко Григорий в нашем проекте художников. Также там есть и темные стволики, и светлые, и можно даже использовать или написать березки. Одну из работ учеников написали на заднем плане березки, что тоже очень красиво смотрится. Где-то есть у меня в группах работа. Работа с березками. По стволам пишите так, чтобы не получилось однообразно. Вот где-то три ряда могут стоять. А из одного где-то выходить может. Из одного ствола, может быть, даже делиться на два. Так, чтобы не получилось забора. Вот. Не было такого четного порядка математического. Природа этого не любит. Поэтому делайте такой некий беспорядок. Ну и вот светлые я там вижу моментики на стволах. Так вот можно на край ствола положить вот этот светик. Обычно, когда делается объем какой-то, вот, например, объем ствола, объем дерева, объем всего, как минимум нужно три цвета замешать. Темный, светлее и совсем светлый. Когда буду писать эту картину, на этом этапе остановлюсь на 2-3 дня, правильно? Почему остановиться? Вот это я не понимаю сейчас. Не знаю. Смысл остановки.
Щелкал, чтобы, наверное, нижний слой. Ты же не останавливаешься? Нет, ну да, я поэтому не понимаю смысла. В чем смысл остановиться? Есть ли он? Если у кого-то не получается по мокрому работать, вот тут опять же таки для чего делается мастер-класс, чтобы трудимся по свежей краске. По свежей, да. А краска должна быть именно, может быть, даже инструмент должен помогать. Если кисть жесткая и по жидкой краске, конечно же, тяжело работать. Но здесь есть, вот опять же таки, она и нужна, эта хитрость, для того, чтобы вы понимали. Каким методом все это смешивается между собой. Иногда вот, например, травку на следующем этапе уже не пропишешь так. Или вот есть морские пейзажи, где мы пишем волну или воду, ту же самую воду. Есть моменты, когда нельзя останавливаться. То есть моменты, где мы можем остановиться и уйти потом, подождать, и потом уже уйти в прописку. А есть, конечно же, моментики, когда мы не можем остановиться и должны работать. Иначе у нас получится в следующий раз, когда будет прописка уже идти, краска так не ляжет. И уже она не смешается между собой, так как вот мы сейчас заносим, например, что я заношу светлый фон в темный, а темный фон заносится автоматически в светлый. И на этом этапе, конечно же, останавливаться я бы не советовал. Для синтетика решительно. Я беру, можно любую сейчас взять. Разницы нет сейчас, что ли. Но я работаю сейчас синтетической. Вот. И должен такой вот сейчас, вот этот с этой травкой. Что мы можем прописать? Мы можем оставить вот эту часть, потом дописать какие-то уже по сухому какие-то веточки, уточнить какие-то моментики, что-то такое вот уже более тонко доработать. А вот сейчас, конечно же, удобно работать и с травкой, и с водой, пока краска живая. Момент высыхания, она будет уже не живой, и будет очень сложно с ней дальше. Ее уже не подвинешь. Вот это нужно, конечно же, учитывать, где мы можем остановиться и где нельзя останавливаться. Особенно вот если мы воду, прозрачность воды пишем, там же, конечно же, нам нужно сразу все это, обязательно сразу перемешивать. Что я вижу еще? Вот я вижу, что по небу здесь можно такой розовинки еще внести, красный с белилами. И вот здесь по центру немножко позасветлить. Слишком много съела у меня вот эту красочку. Ну, все, вот этот этап можно, конечно же, дождаться. И следующего дня вот такие высветления сделать. Здесь, конечно же, с
этим, на этом этапе можно еще работать и работать. А есть моменты, когда мы можем писать картину вплоть до нескольких лет. Немножко вот здесь еще облако. Отражение облака показать чуть ярче. А как можно вообще еще присматриваться? Также вот прикладывая кисть с фотографии, сравнивать с фотографией. Примерные оттенки, цвета. Ну и вот так помягчить. Помягчить нужно, так как облака, они все равно мягкие. Чтобы была показана вот эта мягкость. Чуть-чуть помягчить. Еще я вернусь потом к этому моменту чуть позже. Сейчас переходим на передний план. И можно, конечно, сейчас сразу же перейти на стволы, на березки. Березки писать, что ты хочешь, что такое. Жалуешься, что тебя обижает. Березки пишутся очень легко. Я вам сейчас покажу, как они прописываются. Вот, сразу избавиться еще раз от этой структуры. Ну и по березкам. По березкам здесь я возьму сейчас жесткую какую-нибудь, такую жесткую кисть. Так, чтобы в холст прям нарезать вот эти темные цвета, вот, и выцарапать их. Ну вот, самое левое дерево, которое уходит, и практически вот здесь оно находится возле края, я бы, может быть, его сдвинул чуточку правее, вот здесь где-нибудь, может быть, начало посадил. А почему? Потому что, в общем-то, конечно, любая картина перекрывается рамкой, и возможно, что будет не совсем эффектно смотреться. Вот увести, может, в угол вот так, а так, чтобы сейчас я процарапаю, так чтобы было приятнее рассматривать эту работу. Красный смешиваю с синим, такой темный, добиваю светик. Обожаю, когда облака рисуют. Александр, помедленнее, пожалуйста, я балдеть буду. Да, к облакам мы еще вернемся. Еще побалдеем. Вот. И вот это тогда получается автоматически у нас выходит на правую сторону, ближе к центру. А что мы учитываем по стволам? Учитываем, что низ ствола, он чуть шире, чем уходящий туда вверх. Да, еще вот эти сразу. Ну, тут, в принципе, конечно же, середина фотографии находится сразу легко, середина картины также находится сразу легко. Ну, вот пополам-пополам получается вот как раз-таки место, где край вот этого дерева проходит середина, еще раз середина и край вот этого второго ствола. Ровно я его не делаю, опускаю как есть. Может быть, сбоку сейчас они не совсем такие широкие покажутся вам, но на фотографии будет видно, потому что прошлую какую-то мы из работ делали, мне говорили, что пытались все время подсказать, что сделайте пошире.
ствол, а я его упорно не делал, потому что у меня он и так широкий был. Я не знаю, как у вас там сейчас видно по краю будет. Ну вот я не делаю абсолютно такой прямой, с какими-то извилинами. И сейчас вот во все это хозяйство нужно навязать темный цвет краски. А именно, может быть, чуть больше уходящий в синий, чем в красный. То есть вот красный с синим смешиваем, чуть больше красного, чем синего. Так, чтобы он немножко такой оттенок коричневого давал. Ни в коем случае здесь не должно близко белил быть. И вот это дело нужно затемнить. А затемняется, можно повыбирать краску так, чтобы красочка не мешалась. То есть первоначально убрать вот это лишнее, которое находится на стволах вот здесь. Всю лишнюю краску удалить. Если ее очень много, ее можно также положить на палитру назад, воспользоваться ей еще раз. Я ее просто удалю, потому что у меня ее немного. И вот так, вот против шерсти, жесткой кистью поводить. Так, чтобы краска навязалась. Прямо вот она холст впиталась туда. И такой вот получается. Так, сбили камеру. Не надо сюда ходить, я попросил за вас. Дайте, пожалуйста. Вот. Аккуратно. Да, вроде хорошо видно. Можно, в принципе, угол там не видно сам. Страшного ничего нет. Может, развернуть камеру, чтобы прямо было? Не, не давай уже, не будем сейчас разворачивать, поворачивать. Тоже хорошо видно, я думаю. Так что? Ну, в конце я покажу не сбоку. Если прямо передо мной ставить, то она мне мешать будет до камеры. Вот так, в общем-то, все же понятно. Навязываем сейчас темный цвет, ствол. Хоть и березки светлые, но нам нужен вот эта подложка. Она должна быть не пастозна, не структурна. Она должна быть. И вот так заставляя эту краску впитываться, работая, может быть, многоэтапно, потому что за раз она не хочет укладываться. Ну, а мы настырные, художники вообще настырные, наверное. Берем своим настырством. Здесь то же самое происходит. Александр, на вопрос. Извините за вопрос. Я присоединилась к вам позже. Вы после говорить не готовили, как грунтовка, масло или что-то еще. Я почему-то не могу отвечать конкретно этому человеку. Идет как для всех комментарии. Поэтому отвечаю. Холст куплен, он уже прогрунтован в магазине. Я не подготавливаю холсты, не делаю. Раньше этим занимался еще в России, когда жил. Сейчас я этим не занимаюсь. Холсты доступны, недорогие в Германии. По обработке и подготовке, как делать свои холсты, есть масса видео в интернете. Можете посмотреть. А если он покупной, то тут нужно единственное учитывать, какой технике вы пишете. Если вы пишете в той технике, как работаю я работаю только на подсолнечном масле. Ну, вообще на масле, на маслах без разбавителей, растворителей. То здесь, конечно же,
нужно учитывать, впитывает ли холст масло. В самом начале можно попробовать. Если с холста масло стекает, как с гуся вода, то холст обрабатывать никак не нужно. Можно писать сразу на нем. А если краска, ой, если масло хорошо впитывается в холст, тогда его нужно пропитать сначала маслом, напитать так, чтобы краска не жухла, не сохла сразу, чтобы была возможность по времени поработать, в течение целого дня, может быть. А если просто протереть влажной салфеткой те места, по которым надо пририсовать сверху по сырому? Ну, опять же таки, что мы пишем. Тут все зависит от того, что мы пишем, как мы работаем. Если мы поэтапно работаем слева направо в течение месяца, может быть, конечно же, смысла нет его напитывать сразу этот холст. И, может быть, вы, неизвестно, что вы пишете, но возможно, что если вы работаете с природой, вот с такими пейзажными моментами, с морем, здесь, конечно же, нужно пропитать и писать сразу. Потому что первый слой – это важный слой. А подготовить сначала нужно полностью первую краску, так, чтобы она легла, была подложка, правильный фон. И тут, конечно же, мы не можем частями с небом работать, особенно если маленькая кисточка, мы должны полностью брать, полностью целиком писать небо или полностью целиком воду писать. Поэтапно, но целиком. А есть еще такая сложность, что люди берут, особенно новичок, берет огромный набор, как обычно приходишь в магазин, и продавец тебе предлагает, возьмите вот этот набор, а там 128 цветов красок. Ну, человек берет, естественно, чем больше, тем лучше, думает. Мы берем и начинаем писать. Начинаем писать, разбавляя маленькими партиями красочку, мешая сразу сложные замесы, делая там, выдавливая из 10 тюбиков разных оттенков. В итоге что, на следующий день у нас на палитре ничего нет, и мы должны замес сделать точно такой же. А точно такой же замес не получается, потому что не получится. Даже опытный художник, он должен потом выбирать из сложных замесов несколькими подбирать краску. А что говорить о начинающих, там, где замес был сделан первоначально, а он не знает потом, как же сделать второй, третий замес на следующие дни, через неделю. Для этого я говорю, начинайте с небольших, это просто мой вам совет. Начинайте с небольших наборов красок, со скупых наборов. С трех цветов. Вот я пишу сейчас только три цвета на палитре. Вот уже на самом деле здесь и фиолетовый появился, и какие-то коричневые появились оттенки. Уже разные оттеночки появились на палитре. Ну вот примерно таким способом сейчас мы их деревца сначала затемним, чтобы потом прописать кору. Будет очень, очень даже правдоподобно и интересно живо смотреться эта кора. Напишите мне в чате, кто меня из-за границы смотрит. Вот интересно, ну и вообще интересно, кто откуда меня смотрит, кто из какого города. Абсолютно. Да.
Я после завершения обязательно почитаю. Может быть, еще дополнительно какие-то вопросы будут, отвечу. Вот это жесткое сейчас, жесткой кистью я работаю. Крым, Мичуринск, Тюмень, Латвия, Тольятти, Донецк, Санкт-Петербург. Тюмень, Лабытлангия, там бывал в Тюмени. Есть такой город. Тогда он был поселком. Мои года детские. Ой, еще один пришел. А тебе что нужно? А? Расскажи нам, что тебе нужно. Кошки слышат, что я разговариваю. Они думают, что я с ними разговариваю. Ну, пока вот как-то так. Время у нас еще есть. Что у нас по времени, кстати, не посмотрел. Полтора часа. Принеси мне водички, пожалуйста. Так, теперь мы можем дальше. Возвращаемся к дальнейшему прописанию. Здесь вот чуть-чуть я попушистю краешки. Края такие облачков. Ну, вот а там, конечно же, между деревцами уже потом дописки могут работать основательно. Там я вижу еще какие-то там кувшинки плавают в воде. Можно это доразбавить. Киров. Минск. Подмосковная дача. Так, теперь нужно сделать замесик такой интересный для... Москва, Германия, Вуппертал. Германия, вот. Москва, Вуппертал, Саратовская область. Украина. У нас холодные дожди. А у нас похолодание тоже, кстати. Легкая. Германия. Тоже вот так удобно мастихином лишнюю красочку вдавить в холстик. Темный цвет вообще не любит пасторности. Ни в каких случаях. Сейчас пока нет никаких веточек, никаких деталей. Сейчас мы берем по красочке. Вот я подготовил местик и здесь сделал. Нам нужно два цвета. То есть у нас есть синий с белилами вот здесь. Тамара городок. Так, синий с белилами. Вот тут может немножко зеленцы попадать, не страшно. Александр, а пушистить по-сухому можно, а то я не написала, все жестко получилось. Не, ну надо сейчас мягко все сделать, подготовить. Вообще вы сейчас зря пишете. Я же сказал, что лучше, конечно, на лучший этап это когда вы один раз, два раза посмотрите, и потом знаете, с чего начинать. Но если вы уже пишете вместе со мной, то пушистить вас не получится. Пушистить надо сейчас. Вот как только чувствуете, что краска начинает уже вставать,
в этот момент самый лучший этап для пушистости вот такой делать. Второй слой краски нам понадобится, опять же таки, белила и красный, для того, чтобы такой розовенький получить оттеночек. Важный момент, это очень важный момент, это титановое белило. Чехия, моя любимая. Чехия, скоро поедешь в Чехию. Скоро приедем к вам в Чехию. Гости. Лечить кости. Так, чуточку красненького. Белила чуточку красненького. Вот красный очень-очень аккуратно, да, как я уже сказал. Очень аккуратно. Казахстан, Курчатов. О. Волгоград. Волгоград. А еще нужно понимать, здесь есть объем у деревьев. Чтобы показать объем дерева, ни в коем случае нельзя вот так вот прямо проводить. Здесь нужно, вот по левому дереву, я вижу, что здесь есть вот такой вот, некий такой, опускаем и снова приподнимаем. То есть вот сам объем мы должны показать именно не по прямой, а вот такой дугой. Но в некоторых случаях все зависит от того, откуда мы наблюдаем и смотрим. Наоборот происходит. Здесь же вот я наблюдаю именно вот в этом плане. И как мы можем сделать? Синий набираем вот этот голубенький такой цветик. И голубеньким цветиком вот так на краю мастихина, прикасаясь к краешку дерева, выдавливая из-под мастихина, вот проводим и вот так вот слегка выдавливаем, доводим до конца, до левого края. С правой стороны начинаем, ну, кому-то удобнее с правой, налево. И вот таким слегка... Здесь он набирается другая красочка, но это не страшно. Слегка такой дугой. Не по прямой, не ровно по прямой, а вот такой дужкой. Дугой. Вытаскиваем краску. И она вытаскивается до тех пор, пока она вытаскивает. То есть я давлю. Нагибаю до тех пор, пока вся краска практически с мастихина не сойдет. И вот когда у нас есть вот этот вариантик, уже лежит, с другой стороны набираю теперь не на этот край, а на другую сторону, беру свет. И светлой красочкой, вот так прикасаясь на край, провожу по тем же местам, только до серединки. Там, где может находиться светик. Дальше это все будет обработано с помощью кисти. Доработано. Где-то, может быть, нет света. Где-то, может быть, он есть. Здесь поэтому нужно вот так, может быть, по фотографии посмотреть, присмотреться. Вот. А дальше дело техники нужно только повыбирать. Тем же самым мастихиной, тем же самым кистью. Повыбирать. Вот здесь есть у основания, вот здесь на самом низу, есть вот такие полосочки. Можно повытаскивать вот так, выцарапывая мастихином, выбирая просто краску. И получаем такой эффектик. Опять же таки, он не должен быть именно по... такой заборным. Ничего в природе, как я уже говорил, нет одинакового, поэтому здесь нужно учитывать, что вот этой уходить сразу от этой одинаковости. Выбираем красочку.
где-то побольше, какими-то вот такими, может быть. Соблюдая вот эту вот дугу обязательно. Где-то, может быть, больше выбрать нужно. Чуть. Где-то, может быть, такими мелкими. Черточками. Ну и тем самым получается вот намек на такую березку. Дальше мы возьмем кисть, и уже с помощью кисти все это будет уточняться. А, в общем-то, конечно же, согласитесь, что очень так она смотрится живописно, и с помощью мастихина прописывается очень легко такие картинки. Надо будет еще светик положить на некоторые моментики и где-то, может быть, теневую положить. Все с помощью мягкой кисточки. Ну и в таком плане, естественно, если ствол сильно изгибается, то, может быть, поменьше взять мастихин, если очень такой более ровный, то побольше, подлиннее мастихин еще взять. Ну и вот тот же самый эффект. Здесь я могу немножко побыстрее поводить. Также с этой стороны. Голубенький, не чисто белый, а такой голубенький. Светик, здесь есть еще отражение от воды, вот я наблюдаю на некоторых частях ствола. А, неровно набрался. К чему удобны вот эти палитры? Бывает, некоторые пользуются такой деревянной палитрой художественной. Но так неудобно набирать мастихином с нее. Особенно если там какая-то еще краска осталась от каких-то первоначальных написаний. Эта палитра сразу чистится после работы. И уже потом через 10 минут она буквально готова написание следующей работы. А вообще я беру вот много, если видно через камеру, то у меня много таких вот заготовочек. 30 на 40. Если не хватает одной палитры, берем другую. Это не моя идея, я как-то увидел ее и все, и влюбился, потому что ну очень удобная вещь. У кого нет такой палитры, обязательно себе заведите. Если у вас... Она должна мягкая такая быть и не царапаться. То есть вот если холст первоначально сильно загрунтован, грубый, невозможно тряпочкой пройтись по нему, то наведите сначала краской, и краской прям вот размажьте ее, чтобы она, краска впиталась, и потом высохла, и несколько раз, может быть, ПВА обработать первоначально, чтобы была такая скользкая палитра. Но, уверяю вас, она очень удобная. И если вы на ней попробуете, она, да, практически вечная. И если вы начнете на ней писать, вам она очень понравится. А теперь можно дополнительные какие-то еще оттенки внести. Дополнительные, может быть, вот так вот поверху еще синеньким пройтись, посмешивать. Дополнительно можно каким-нибудь светленьким, не чисто белым, а именно с такой с краснотой. С солнышком можно даже желтенькую навести сюда.
цветик. Что вау, тоже вау. Будет красиво смотреться. Берите собаку. Что она там делает? Слышно же, что она делает. Ну да. Пугает тут всех. А в этом плане, конечно, мы пробовали писать на мастер-классах. И новички пробовали вот таким методом березки прописывать. И практически у всех получается сразу. Очень такой самый, наверное, простейший способ написания березок. Ну вот тут цветовые еще сразу положить оттеночки. Кое-где. И начинает картинка уже светиться. Везде, конечно же, можно добиться того, чтобы были намеки на какие-то вот эти вот березовые рисуночки. Все это будет добавлять и делать в работе. Наводится красота вот эта вот березовая. Самое главное, не забейте это все математическом порядке. Было разнообразие обязательно. Подстригать березы не надо. Подстригать? Да, подстригают обычно ровненько. Ну да, вот я тоже видел, некоторые вот наводят вот эти вот треугольнички. Вот их, кстати, нужно еще некоторые места затемнить. То есть тут еще нужно прибегнуть к кисти. Не все так одинаково. А в некоторых, естественно, местах нужно еще и темнота будет. Более точная темнота. Поэтому сейчас пока вот таким методом, а потом, естественно, еще и темные моменты положить. Ни разу не видел, чтобы были такие интересные способы изображения. Ну, для этого я сегодня с вами, а вы со мной. Способ на самом деле интересный. Попробуйте обязательно. Возможно, что вам тоже понравится. Не факт, конечно, что вам понравится, но во всяком случае, имея большой опыт работы с учениками, я знаю на 100%, что у многих новичков получается с первого раза написать березку. А вот как раз с помощью кисти, там, естественно, не все так просто. Так, ну что, хочется здесь уже взять кисточку. Хмельницкий, Украина. Город Хмельницкий. Это вопрос, кто откуда. Здесь можно еще взять такой вот жженая сиена, например, будет неплохо с белилами смотреться для березки. Она тоже дает такой солнечный эффект, солнечный оттенок. Если разбавить белильц, немножко сиены,
Ну и вот так же. В принципе, все то же самое можно сделать кистью, но нужно, естественно, понимать, что здесь будет краска сразу впитываться. Поэтому, если мы делаем это кисточкой, то кисточкой нельзя сильно давить на свежую краску. Здесь нужно чуточку аккуратнее быть с этим. Вот она, естественно, она сразу не перемешивается, точнее, она сразу тут же перемешивается. И поэтому в этом-то вся, конечно же, и сложность написания за раз такой работы. Брянск. Вот, практически все страны собрались. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. А на правом дереве, я там наблюдаю, есть такая, на самом левом, с правой стороны, дерево немножко отдает зеленцой такой, легкой зеленцой. Вот тут особенно по всему краю. Есть такая некая зеленца. Ну, вот такая вот мелочевки-то очень много на самом деле здесь. Также по переднему плану здесь есть у нас коричневый. Вот можно взять также для упрощения, так чтобы не было слишком уж вот взять еще и коричневое. Умбра коричневая и сиена жженая. Коричневый нам добавит холодных таких темно-коричневых. Немножко можно даже красноты сюда замешать. Вот она темная, и вот здесь вот эта темно-коричневая, она нужна. Немножко она там зеленит. Перед тем, как положить еще свет, перед тем, как нарисовать или прорисовать травку, чуточку уйти в такую. Перед березками умбру коричневую. Ну, кто-то, может быть, сиену захочет смешать с чем-то еще. Тоже можно. Вот так вот. Дальше у нас будут еще какие-то солнечные зайчики на этом месте. Ну и вот солнечные зайчики, я уже сказал, что хорошо будет подходить. Сиена жженая. Можно с красным смешивать. И вот здесь на земле сразу можно обозначить их и замешать их. Опять же таки вмешать. Не то, чтобы прям замешать, а вмешать. Также можно использовать и фиолетовые оттенки. Тоже это сиена, да? Нет, фиолетовые тоже можно. Можно, ну, в принципе, можно смешать ультрамарин, например, с краплаком. Получим тоже такие фиолетовые оттенки. И тоже они как бы на вот такие моменты будут красиво смотреться. Спрашивают, если сиена нет, чем можно заменить? Ну, можно взять оранжевый, вот то, что был первый замес, это красный. В принципе, можно исходить из всех основных, из трех цветов можно исходить. И вот здесь вот я замешивал, вот на палитре у меня есть оранжевый, он ближе к сиене. Вот в принципе он тоже подойдет, если туда немножко белильц. И тоже он подойдет, этот цветик. И тоже можно более сочно положить. Либо положить красный, смешать, завести такой фиолетовый цвет на вот этих бликах. Фиолетовый цвет тоже будет смотреться неплохо. Опять же таки, это не важно. Важно уйти в тоновую, вот где есть переходящий свет и цвет. Если вы уйдете уже каким-то, не попадете в нужный цвет,
но переиграете другим цветом, то тоже может картина смотреться совершенно интересно. Это не обязательно прям в точности попасть именно в этот цветик и с этим цветиком. Можно голубой, синий, чуть больше синего, чем белого, такой в голубенький выйти и в голубом тоже сделать такой замес и с голубой красочкой выйти на эту же позицию. Бельгия, Нижний Новгород. Бельгия? Бельгия даже. Ох. Надо, наверное, проводить на неделе, да, мастер-классы, когда у людей дальше нету. Все работы пришли уже. Ну, сейчас, друзья, вы же знаете, что у нас каникулы. Вот я взял голубенький. И голубеньким то же самое дело. Ну, то есть, в принципе, здесь нет такой прям... Дубай. Дубай. Вот, ну, да. Вот у нас сколько. География. Да. По географии-то интересно. Так, обозначаем. Бережок. Вот тут какой-то есть. Более, может быть, посветлее его сюда перед водичкой. Но так, чтобы светом не переиграть, слишком светло не было, потому что все-таки здесь есть тут теневая, но она находится... В теневой находятся некие такие блики яркие, они есть там, да. Но не переиграть прям большим светом, иначе может не получиться так красиво. Такую легкую подготовку делаем для того, чтобы написать еще траву. Здесь, может быть, чересчур, я немножко даже вижу, что чересчур так зеленит вот эти места. Слишком много я взял, а именно там синий попал слишком много, и она желтый с синим получился такой с зеленцой. Небольшие блики могут быть, но не такие вот, поуспокаивать можно в некоторых моментах. Потом туда каких-нибудь солнечных кинуть еще. Здесь вот по фотографии я вижу, сама теневая, она находится, конечно, по центру. Вот здесь вот по самому центру я бы взял не синий, а такой и не делал бы какие-то, может быть, такие... Может быть, даже фиолетовый будет красиво смотреться. Или вот такой вот грязно-фиолетовый, красный с синим, с добавлением белил, такой грязно-фиолетовый. И тут есть вот такая вот она... По всему дереву идет теневая. По всему дереву. И вот ее нужно по центру. С ней тоже нужно определиться. Вот я ее вижу. По центру она практически проходит. И ее нужно так вот слегонька понадавить вот этой теневой. Не сделать ее ровной полоской, а сделать именно такой. И не сделать пастозно. Но она все-таки присутствует, она там есть. Она добавит тоже интерес к этой, к этому дереву. Ну и также вот кисточки, в принципе, можно еще поиграться по дереву. Где-то вот, где-то темнек, где-то свет, где-то. Это что-то вот такое. Ну, Испания. Испания. Привет испанцам. Испания. Как немцы говорят, Шпания, не Испания, Алемания. Алемания — это Германия. Это они говорят на Германию, испанцы, Алемания. А немцы говорят на Испанию.
Я очень не хочу написать картину «Березовая поляна» по вашему рукам, пока не осмелилась. Еще нужно поучиться. Так берите, да и учитесь, и рисуйте. Надо не бояться, надо пробовать. Что толку бояться? Хотя Татьяну вот я много раз заставлял поначалу, она тоже боялась рисовать. Я долго созревала. Долго созревала, и потом сейчас она вполне самостоятельно может это делать. И уже получается у нее хорошо свои работы. Тут вот тень. Да, во всем нужна тренировка, нужен навык. И все нужно пробовать. Ведь никто не рождается. Как я раньше говорил, с отверткой в руках, сейчас я говорю, с кистью в руках. Все это приходит. А обязательно придет. И обязательно все получится. Нужно только старание, и все будет в порядке. Ну, как-то так для первого взгляда, может быть, и достаточно. Без такой основной прописки. А, естественно, вот здесь вот больше немножко, может быть, такой в темный, но больше в красный цвет, чем в синий. А, уточнить еще нужно обязательно вот эти моментики, где находится темнота, что сделает, добавит больше контрастности в работу. Ну и без этого просто нельзя, потому что здесь вот как раз-таки уже вот эти моменты, глубину в коре деревьев нужно показать. Здесь уже пастозно можно положить красочку и пастозно уже написать вот эти вот все тонкости. Я, может быть, сейчас не буду прибегать полностью к доработки всех деревьев. Самое главное, чтобы вы поняли, что здесь, естественно, нужно вот эту всю глубину еще прорисовать, что даст нам более точно уточнит это дерево и будет намного интереснее смотреться, если доработать. Работать и показать еще какие-то вот такие глубокие теневые. Там же есть еще у дерева есть какие-то веточки тоже можно будет понаписать и нужно будет понаписать, нельзя от этого уходить. Ты, Таня, оба чата читаешь, например, да? У вас краски мастер-класс? Краски вполне хороший мастер-класс. И можно и ватага, и мастер-класс, и другие краски. Я пишу, мои краски называются маги. С Дубая вопрос. А в Дубае, насколько я знаю, можете тоже купить их по eBay Market. Краска называется маги. А, в общем-то, конечно же, мастер-класс тоже хороший. Если вы работаете на мастер-классе, то все вполне
Я-то сам живу в Германии, поэтому я покупаю немецкую краску. Мы работаем, я работаю, в частности, на краске «Норма». И есть очень хорошая краска, называется сейчас, по-моему, у меня даже белила от нее. А нет, это Magic. Нет, здесь у меня нет. Я нормовская, да, вот она самая такая, более такая хорошая краска в Германии. Очень дорогая, но хорошая. Рембрандт хорошая? Рембрандт, Ван Гог неплохая, да, это все вполне. Единственное, что не советую смешивать разных фирм краски. Если вы работаете одной фирмой, то пишите только по этой краске. Не все компоненты хорошо вяжутся между собой. Возможность есть, но нужно пробовать. То есть вот ничего нельзя без пробы сделать. Потому что что может быть, что произойдет? При написании вы видите один цвет, а в финале окажется после высыхания совсем другой. И в итоге картинка не будет смотреться, потому что она либо потемнеет, либо какой-то цвет съест другой компонент. Поэтому делайте меньше замесов. То есть вот работайте с тремя красками, и вот эти замесы, они совершенно спокойно между собой мешаются одной фирмы. А если вы взяли более сложный цвет, то также при сложных замесах, там из 7 цветов получаем фиолетовый, или какой-то там добиваемся из 5 цветов, 7 цветов добиваемся какого-то определенного цвета, финал будет непредсказуем, уверяю вас. Вы будете видеть уже после высыхания совсем другую работу. Чем меньше замесов используете, тем больше шансов на то, что вы выиграете именно ту картинку, которую вы сейчас видите. Не пользуйтесь прозрачными красками для таких работ. С прозрачными красками там совсем другая история. Многим уже неоднократно уже рассказывал и показывал. Даже вот некоторые художники почему-то говорят, берите прозрачный, там еще какой-то цвет. Не знаю, прозрачный цвет — это для серьезных работ. Для того, чтобы делать работу поэтапно, дожидаясь полного высыхания, очень тонким слоем накладывается прозрачная краска, иначе она потрескается, если ее положить толсто. Ну что, можно дальше продвигаться, да? Почему вы сейчас пишете «Кору березы» кистью, а не стихийно? Какой способ вы больше любите? Нет, я показываю разный способ, а сейчас я пишу не то, что кистью, а где-то какие-то вот детальки я просто дорабатываю. Там уж мастихином, конечно же, не выйти так на такие акценты. Здесь разноцветие получается на коре березы. Поэтому вот, может быть, еще пройтись мастихином поверх. Первоначально я сделал мастихином, чтобы все это было понятно. Можно было остановиться на том этапе. Но сейчас я как-то вот увлекся, немножко на кисть перешел. Разницы нет, можно написать то же самое кисти, просто дольше будет, дольше работать. И прийти, в общем-то, конечно же, можно к тому же финалу, к тому же эффекту. Так, желтенький, синенький. В зеленцу опять уходим. Зеленого сейчас нет на палитре. Я возьму такой, некий такой средний, может быть, более такой светлый, чем темный. Ну и вот здесь хочется весь бережок, его хочется просто-напросто пробить. Для того, чтобы здесь получилась травка. Вот этой травки, ее сейчас пока нет, но есть темная подложка. И вот на этой темной подложке мы можем, не забивая полностью темный цвет, пробивая вот таким способом, находим вот эту траву на правом берегу.
Вы заканчивали художественную школу, расскажите, где вы учились. Я учился в город под Ленинградом. Обыкновенно средняя художественная школа. Город под Ленинградом, название? Город под Ленинградом, Бокситогорск. Угу. Художественная школа. Вот. Но все навыки, которые я получал по художеству, в принципе, это, конечно же, мои друзья. Это мои друзья-художники, как уже сказали, дружить с художниками полезно. А еще у меня отец был художником, поэтому в детстве я много смотрел, как он рисует. Правда, его метод был не такой, то есть он был не живописцем, а больше рисовал плакаты, тема коммунизма, заводские какие-то вот такие тематики. Ну, даже все равно, да, это было. Плакат не рисуешь. Да. Вот. А вообще художник, вот по поводу вопроса, где обучается художник. Я знаю, что много художников с академическим образованием не представляют себя художника никак. А по завершению даже, может быть, и 100 человек становятся после академии хорошими художниками, может быть, становятся только двое-трое. Поэтому относиться к этому нужно, конечно же, проще. И я знаю многих, по своему опыту, уже художников, которые не заканчивали вообще художественные. В том числе вот есть знаменитый Грэм Беркин, например. У него тоже есть много друзей-художников, и в основном он учился из жизни. А жизненный опыт, как и профессиональный опыт, а вы знаете, что если заканчивая какое-то образование университета, института, приходя на производство, потом уже сталкиваясь с производством, понимаем, что человек, который проработал всю жизнь на этом производстве, он знает больше, чем человек, который закончил какое-то академическое, инженерное образование, например, на производстве сталкивается с такими трудностями, что не может их решать. Все это берется из жизни. Дмитрий Роза – прекрасный художник, но не учился с сыночком. Да, Дима хороший художник. Практикуете плейнерист? Да, конечно. Плейнерная живопись. У нас идет акрил. А сразу покрываем потом маслом. Но это все, опять же таки, человек, который не может написать сразу всю работу, со всей работой справиться. Маслом обычно приходит к таким методам, что надо быстренько-быстренько, чтобы первый слой у нас сейчас подсох. Потом быстренько-быстренько переходим с акрила на масло. И таким методом рождается картина. Но если есть уже опыт работы с маслом, то, конечно же, прибегать к каким-то посторонним движениям уже не стоит. Про прозрачное расскажите, пожалуйста. Прозрачное что? Прозрачные краски? Ну, техника, наверное, как ты рассказывал на словах. Вот это то, что многие люди путают и говорят, вот сейчас мы лессировочно пишем там или еще как-то. Что такое лессировка? Многие путают это значение этого слова. Как раз таки вот техника написания серьезной работы делается не за один раз, а делается многослойно, там накладывается 10-20 слоев прозрачной краской, пишется, и очень тонким слоем это делается. Для того, прозрачная краска, она делается для того, чтобы первоначальный слой, он чуть-чуть подсох,
после высыхания наносился там второй, третий слой. И прозрачная краска, она вообще работа смотрится совсем по-другому. И не как вот импрессионная работа, как вот сегодня я делаю. А там уже смотришь и рассматриваешь ее как будто под стеклом. Для тех работ нужно все время выжидать. То есть вот мы нанесли какой-то первый слой. Выжидаем, пока он высох. Проходит 2 недели, 3 недели, месяц проходит. После чего наносим второй слой. Опять проходит 2-3 недели, месяц. После чего и так далее. И когда у нас готовая работа пишется прозрачной краской. Почему она называется прозрачная? Потому что она просвечивает первоначальный слой. То есть подсвечивает, просвечивает подложку, просвечивает ту краску, которая перед нанесена была. Иногда нужно для того, чтобы холст просвечивался. Вот Айвазовский, в частности, писал свои работы. Там есть несколько работ, где холст видно. Там другая техника, там идет техника затемнения, то есть там мы не начинаем со светлых тонов, иначе смысла нету. Вот именно там делается в технике акварели. Картина постепенно затемняется. А основное правило масляной живописи, это высветление, естественно. Поэтому вот это две техники маслом, где мы в одной технике мы высветляем, в другой вытемняем. А что, если графика получается лучше? Графика получается лучше. А при чем тут графика? Значит, надо заниматься тем, что получается лучше. Это один и тот же задает мне вопрос, да? Ну, графика, графически это вообще рисунок, считается, это карандаш, уголь. Это портретная техника, что тоже имеет место быть, и кто-то работает. У художника же тоже разные направления, разные стили. Кто-то пишет пейзажи, кто-то работает графикой, кто-то портретист, кто-то, не знаю, много направлений. У немцев, например, здесь очень много вот так вот. Вообще немцы не парятся по поводу искусства, по поводу живописи. У них все это просто, легко, ненавязчиво. То есть даже на мастер-классах они приходят и так вот с головы что-то такое смешивают. Какие-то такие яркие оттенки между собой на белом холсте. Там могут, например, красным, черным написать. Что такое вот просто взять с головы, написать и, там, не знаю, посыпать песком, каким-то шпреем там побрызгать. Все это размазать. И они вполне довольны будут от эффекта, который получат на мастер-классе. Так, вот здесь хочется зеленый получить такой, не чтобы он не сильно холодный, а потеплее был. Там есть среди зелени, то есть синий мы смешиваем с желтым, получаем такие зеленые оттеночки. Этими зелеными, может быть, где-то более в темную уйти, зеленый, где-то более светлый. Сейчас нужно написать и добавив маслица, чтобы не было такой густой красочкой. Это вот то, что делается на доработке уже. Многие дорабатывают свою работу на следующий там день, через неделю. Здесь, конечно же, вот такой жиденькой красочкой вы вполне можно прописать
вот такие, чтобы они были более аккуратными. Не толстыми, более аккуратными. Травинки. Сейчас я их... Есть такие вот травинки, которые здесь в разные стороны смотрят. Немножко другую кисть хочу взять. Тоже мягкой синтетикой можно, ну, можно тоненькой. И вот тут, конечно же, нужно повырисовывать. Повырисовывать так, чтобы были намеки вот на какую-то вот эту травку. Сначала взять один какой-нибудь темный цветик, и после чего, после того, как мы темным порисовали траву, переходить на светлый. А по облаку, вот я хотел сказать, что нужно вернуться. И вот здесь вот травка, вот эта на переднем плане, она, конечно же, будет смотреться не на темном фоне, а именно на светлых тонах. И вот здесь природа, она сама сделала себе вот эту подложечку такую хорошую. И здесь вот по берегу хочется, конечно же, внести. Сейчас я быстро растушую вот этот цветик. Вот это облачко. Растушевать. Чистой кисти у меня нет, а сейчас надо вытереть тогда, чтобы она не зеленила. Кисточки очень хорошо отмываются. Также они отмываются хорошо в масле, макая в масло, вытирая. И получается, что кисть потом до следующего раза совершенно спокойно неделю хранится. Если хотим больше недели хранить, то ее нужно еще промыть в теплой водичке, в кипяточке. Ну, теплая горячая вода, не кипяток, а горячая вода. А с мылом. Обыкновенное мыло. Так, и вот я захожу сейчас на передний край, также облачком. А синтетика, кисти синтетика, они еще хорошо лечатся в кипятке. То есть, вот кто не знает, если она, синтетика, распушистилась, ну и думается, все уже надо выбрасывать. Ничего подобного. Опускаем в кипящую воду. И синтетика очень хорошо. И тут же поднимаем. Держим ее, не варим. Да, не варим ее, опускаем. На некоторое время поднимаем, выпрямляем. Пушистость эту всю. Туда-сюда ее только. Да, и все. Вот тут еще, может быть, чуть-чуть загнать цветик. Ну, вот, есть облако. Облако можете выводить как вам понравится. Если нравится другая форма, можете сделать любую форму из облака. И вот сейчас как раз-таки, не выжидая, пока картина высохла, есть такая возможность поводить этой красочкой, повозиться, что с облаком, что с водичкой, пока краска живая. На следующий день будет уже чуточку тяжелее, поэтому в некоторых моментах нужно справляться сразу. Может быть, вот сюда немножко чего-то такого поразнообразить. А также делайте паузы, обязательно делайте паузы, не зацикливайтесь на чем-то одном, потому что все-таки глаз человека, он быстро устает, и вот работая час, например, после часа сделайте какую-нибудь паузу, чтобы отвлечься, потому что после того, как глаз устанет, мы уже сами не замечаем, где какие ошибки, что нужно вообще дорабатывать, дописывать.
Здесь нужно обращать на это большое внимание. На задних планах, если у нас, допустим, трава не так сильно прописывалась, и вообще там она не прописывалась, там вот путем таким макательным движением мастихина, может быть, пробегая кисточкой тоненькой, то на переднем плане трава уже должна быть, она должна соответствовать вот этой прописке. Здесь вот хочется, особенно вот этот край, дойти до этого края, где есть темный момент и светлый момент. Здесь вот нужно подойти аккуратно к этому моментику. Сейчас я попробую. Да, и может быть не забивать все полностью. Весь вот эту подложку зеленую, оставлять какие-то промежутки. Вот, работаем здесь не по вертикали, а по горизонтали уже. И какими-то, может быть, закорючками такими вот перебивая. Может быть, набирая с одного места, перетягивая красочку на другую сторону. Главное добиться вот этого фона. Ну, и вы можете, конечно же, подсказывать мне, если я начинаю что-то упускать, что были какие-то доработки упущенные. Чтобы не получилось так, что я где-то что-то упустил, и можете мне подсказывать совершенно спокойно. Так, отвлекся я опять на заднем плане. Теперь вот тут вот травушка какая-то лежит по краю. Она темная, больше в синий, чем в желтый. Собачка. Видите, сколько у нас животных. А вот сейчас я, можно даже положить вот так зеленую красочку, а потом эту же красочку повытаскивать уже на водичку. Ну и кисть вот двумя пальцами держим без какого-то напряжения, чтобы было это свободно. И вот такими движениями просто жиденькой красочкой вытягиваем, прокручиваем кисточку. Обязательно прокручиваем. Резкими движениями вытаскиваем. Если не тянется краска, значит нужно добавить немножко маслица. Для чего прокручивается кисть? Для того, чтобы с кисти хорошо стягивалась краска. И тут очень много таких травинок, где сначала они поднимаются вверх, и потом там есть вот такие еще с листочками, как я уже показал вот здесь. Видно всю картину. Да, правую сторону можно здесь полностью уже довытаскивать. Потом захватываем вторую краску. Вот здесь вот желтенькая может захватиться рядышком.
Она тоже будет смотреться перемешкой с зелеными, с синими оттенками. И здесь забиваем вот такие пока намеки на будущий камыш, растущую. Я не знаю, как называется эта трава. Похожа на камышовое что-то такое. И там есть, естественно, они каким-то образом еще вот так опускаются. Такие вот загнутые. Можно листочки такие понаписать. Сейчас смотришь, и вид прикольный. С одного берега зима, с другого берега лето. Смотри, передний берег зима. Смотри, камера. Протали такие. Да. Ну, она еще не готова, естественно, но... Все, мы идем к этому моментику. Все у нас будет и передний, и задний. Здесь вот нужно сейчас эти травинки доработать. Со всех сторон будет лето. Да, лето будет везде. Будет тепло, живо. Дальше переходим на... вот здесь есть у нас зелененькие оттенки. И тоже есть какие-то травки, где мы с этими травками должны, естественно, будем поработать. Вот тут растет трава. Рогоз называется трава. Рогоз. Вот. Оказывается, полезно не только художнику дружить. Не с художником только полезно дружить, а художник тоже полезно дружить. У вас, кстати, работа на три равные части разделена. Но вроде бы березы спасают эту ситуацию, или я не права? Работа, в общем-то, она не разделена. Я просто не прибегал сейчас к переднему плану на здесь вот. Но только что я высказал, что в принципе для того, чтобы не уставало зрение, нужно как-то больше писать прописывать полностью картинку. Должен вам сказать, что очень тяжело сразу, не в том плане, что сразу только писать, и мне же нужно еще и рассказывать. А это на самом деле делается очень тяжело и сложно, особенно мужчине. В том плане, что женщина может совершенно спокойно с этой задачей справляться, а мужчина вот как раз-таки парится. В том плане, что если я, например, смотрю какой-то фильм по телевизору, и меня о чем-то спрашивают, то можно ничего не услышать в ответ. Потому что я весь нахожусь там, и я ничего не слышу и не вижу. А женщина может, я вот знаю, Таня, она может гладить белье, например, смотреть телевизор, разговаривать еще со мной, и по телефону говорить. И это совершенно спокойно у нее получается. Вот так вот как-то. Созданы немножко по-другому мужчины. Сейчас мы придем ко всему. И к переднему, и к задней части. Все будет у нас. В этом плане все должно получиться. Тут вот еще мелочевочки очень много прописки. Травинки на передних планах. Я, может быть, не буду все прописывать. Так вот, некоторые моментики покажу вам. А потом уже... Самое главное, чтобы вы поняли, как это делается. И уже самостоятельно справлялись с такими работами.
Какие чистые у вас руки, у меня к концу работы заляпаны. Это тоже приходит с опытом. А, в общем-то, конечно, у меня тоже не чистые руки, тоже грязные. Ну, короче, мы еще уши любим пачкать. Иногда все пачкаемся. Это нормальный процесс пачкания. Если у вас есть такие вот салфеточки, масляные, то пользуйтесь салфетками, очень хорошо отмывается все. Если нет, просто салфетку и подсолнечное масло также, тряпочку подсолнечное масло можно оттереть от все что угодно. Так же, как кисть промываем, только руки чистим, да. Так. Ну, давайте сразу, наверное, сразу там кувшинки, чтобы про них не забыть. Сразу написать и потом перекрыть уже эти кувшинки, можно травкой покрыть. Такой болотный замес, тут синий, желтый, немножко красного. И вот этим болотным замесом. У меня заляпаны руки, локти, щеки, туши. В горизонтальном положении. Тут вот тоже не прибегнуть, только нужно к шахматности. Вот чтобы не было этой шахматности, продумывая там, где находятся вот эти листочки от кувшинок. Ну и они, так как они в плоскости находятся, они лежат уже в горизонтальном положении. Ни вверх, ни вниз не заваливая. По горизонтику и куда-то вот даже туда на свет уходят они. Вот. А также они имеют разные разноцветия, где-то она кувшиночка в таком зеленом, где-то там есть светики падают на них. Можно оранжевый взять больше и сделать где-то, например, положить оранжевых кувшиночек между. Также можно теневую нарисовать под кувшинкой. Это тоже возможно. Обязательно нужно отходить. Так, чтобы получилось, что мы должны... Почему мы стоя пишем? Потому что нужно просматривать работу и отходить почаще, чтобы анализировать, что получается. Ну и под каждую кувшинку можно положить теневое. Прописать кисточкой для тоненькой. Темным, синим каким-нибудь оттеночком показать такое. Да, я делал-то хоть вот. Под каждой кувшиночкой можно еще положить тень, что тоже она разбавит такой и добавит интерес. Не кошки, это кони. Потом они все равно здесь перекрываются у нас ближайшими. Этим. Трава опять называется, забыл. Надо писать где-нибудь. Травка. Ну, вот здесь, конечно же, очень такая она работа, где нужно все это более тонко. Можно, конечно же, вот на этом этапе
остановиться и на следующий день уже прописывать. Я этого делать не буду, я покажу полностью всю работу сегодня вам. И если кто-то, вот, в частности, ближе, кто у нас там, Камчатка, Владивосток, там, наверное, глубокая ночь, можете спокойно идти отдыхать. Картина никуда не убежит. Посмотрите ее, также эту работу, и на следующий день совершенно спокойно. И вообще она останется открыта для вас. Сначала протягиваем вот эти вот какие-то разноцветия, вот такие светлые, темные, в разных оттенках травку. И можно очень быстро, в принципе, ее прописать. Какой красивый труд. Понимаю, почему картины не могут продаваться дешево. Мое уважение к вам. Спасибо. Эфир останется на канале. Ты 2 минуты назад еще не прошло, сказал, что можете смотреть сколько угодно. Сколько угодно. Тут вот, особенно передний план, очень много тут мелочевки, где нужно будет это все уточнять. Точняк, есть вот такие. Листики интересные. Каждый листик, в принципе, нужно и можно прописать. Можно сначала одним цветом, потом более какие-то другие оттенки взять посветлее. Все это может присутствовать в травках, может присутствовать также, там присутствует, как и по фотографии я вижу, присутствуют какие-то блики на травках от солнышка, поэтому пользуйтесь всеми оттенками. Также и сам передний план вот здесь, он тоже, здесь тоже есть растительность, она не пустая. Ну, везде нужно, естественно, с этой травкой поиграть. Но это еще не все. Здесь же у нас еще и стволы. И листочки на березках есть. И сами стволы. Немножко, опять же, таки маслица. Для того, чтобы красочка протягивалась. Стволы у березок, они такие любят. Также красноватые оттенки. Можно примерно какие-то намеки на стволы уже прорисовать.
если присмотреться, здесь, наверное, это даже не ствол, а кустарник. Кустарник, и есть какие-то вот здесь свисающие такие. Наверное, лучше взять не такую толстую, а потоньше кисточку, поаккуратней. А, такие вот переплетения тут есть свисающие. Также есть очень много там и снизу выходит каких-то стволиков. Может быть, не стоит все забивать прям этими листочками. Ну, в некоторых местах, конечно же, можно прописать. Вы знаете Рашида Сагадеева? Что-то сейчас знакомое. Это не из Казахстана случайно? Там что-то такое я слышал из Зини, по-моему. Я точно не могу сказать, что это так. Не буду утверждать. Надо познакомиться. Здесь могут перекрывать вот эти вот верхние какие-то, ну, допустим, что там, допустим, какие-нибудь стволы, веточки, исходящие именно сверху. Рашид Сагадеев сейчас живет в Архангельске, возможно, и из Казахстана, это я не знаю. Это тоже художник? Ну, давайте я не буду утверждать, не знаю. Художников очень много. Ну, в общем-то, я, конечно же, не обязан всех знать. Дальше нам понадобятся уже описание вот этих листиков, кустиков. Тут, как я уже сказал, что могут быть, например, листочки, которые находятся на свету, то есть попадает светик. И вот их тоже нужно на некоторых листочках можно прописать такие кустикообразные. Кустикообразную такую растительность. Также вот здесь я вижу, что на передний вот сюда план выходят какие-то листочки более светлые. Ну, не обязательно к ним веточки прописывать, доводить до каждого листочка веточку. Достаточно только сделать какую-то кучность из листиков. Все, вот здесь начинается уже основная работа. В общем-то, конечно же, этап. Первый этап он закончен полностью. Написана картина, но с этой картиной, естественно, нужно теперь трудиться и дорабатывать в плане листиков, в плане
теневых, световых частей, бликов. Можно взять потолще сначала и вот такими, может быть, кучками сначала выложить листочки. Заметьте, листочки выкладываются где-то кучно, а где-то они лежат совершенно отдельно от дерева без какой-либо веточки. Вот все листочки на переднем плане прописываются именно так. Нужна какая-то, опять же таки, вот зависит от времени, есть ли ветер. Если есть ветер, то нужна какая-то динамика движения ветра. Показать можно с помощью листиков. Здорово, как мелкие веточки все украшают. Александр, большое спасибо за НК. В Чехии посетите край Высочина. Тут очень красиво. Да, возможно. Вот я хотел приехать в этом году на мастер-класс в Питер, но у меня никак не получается, к сожалению. Сейчас помимо открывается еще одна студия. И до сентября нужно все это подготавливать и делать. Вот я сейчас сам уже начинаю немножко тормозить, потому что я не совсем вижу всю картину и на самом деле чуточку подустал. Вот нужна, чувствую, что нужна небольшая пауза. 15 минут, 3 часа. Да, небольшая пауза все-таки нужна, 3 часа. Не всегда хорошо это. Но благо то, что такая картинка, конечно же, она не уже не испортишь ее так сильно. Можно все время доработать. Здесь нужно просто... Спасибо вам огромное не только за интересный мастер-класс, множество приемов и советов, но и за то, что мы будем иметь возможность пересматривать, останавливать видео работы над своим шедевром. Такой подарок для нас. Вам спасибо. Спасибо, что вы приходите. Конечно же, без вас было бы... Не было бы смысла проводить такие мастер-классы. И... Нужен зритель. Обязательно художнику нужен зритель. Нужно общение. Если этого не было бы, конечно же, не было никакого смысла. Вот такими островочками можно еще пописать кое-где, приподнимать красочку с темной, темную красочку на светлую, светлую на темную. Очень мало у меня еще вот здесь на переднем плане практически ничего нет. Здесь нужна тоже травка. Так, чтобы не было пусто. Нужен светик. Я потерял этот свет. Сюда нужно его вернуть. Как только
уходишь от одного места к другому, переходишь и видишь, что кругом недостатки, то есть кругом нужно еще дописывать и писать. Танюша, спасибо за приглашение массы впечатления от МК «Я в восторге» от нашего художника. Просто легко и изумительно. Да, я ваш. Приходите, кто в Германии живет, приходите на мои мастер-классы. По всей Германии, почти по всей Германии проходят мастер-классы мои. Я работаю с крупными компаниями. Volkshochschule, компания Бёсна. Ну, а если у меня будет возможность приехать к вам, то я обязательно приеду, как только так сразу. То есть, по вашему времени, завтра чемпионат мира по футболу будет в 10 вечера. Вы будете по его впечатлениям что-то писать или нет? Или вы вообще его смотреть не будете? Ну, как же. Буду смотреть. Всего лица. У нас перед окнами поставят экран и будет орать с утра до вечера. Хочешь не хочешь, будешь смотреть. Естественно, интересно будет посмотреть. Я вообще любитель больше хоккея, чем футбола. Но... Может быть, наши ребята покажут в этот раз что-то такое. Все надеются. Будем надеяться. А потом в конце скажем, нет, все-таки лучше хоккей. Не знаю. Давайте поживем, увидим, посмотрим. Не будем сейчас загадывать. Светлана Филиппова, видео останется на YouTube, можете пересматривать. Да-да. Все останется. Кто устал готовиться к чемпионату? Может быть, у кого-то уже глубокая ночь. Совершенно спокойно можете выключиться из эфира, и все это будет завтра, послезавтра и всегда. Я по возможности еще, может быть, чуть-чуть, только там до 3 часов, еще 10 минут. Да? 10 минут. Угу. По возможности я еще поработаю. Вот только финал самой работы я сделаю все равно. Сделаю паузу маленькую. И допишу ее потом. И, может быть, завтра или через часик, может быть, выложу уже в наших группах более тонко прописанную работу. Ну, я не думаю, что вот сейчас на этом этапе чего-то нового вам смогу показать. Это навряд ли, потому что ничего здесь так. Мелочевка, да, остается? Да, это такая вот дописка, мелочевка. Тут особо вы ничему и не научитесь. То ничего здесь не будет такого. Листочки пописать, травку еще вот эту всю добить. Вода закончена, да? Вода закончена. А воду, в принципе, можно оставить в таком виде.
Мы на одной из работ писали, такое делали здесь, кругляшок, как будто рыба играет. Развод. Развод, да. Можете тоже написать. Бульк. Бульк, да. Кто-то камешек, может, кинул. А может быть, карась там водится. Рыбак в тебе проснулся, да? Ну что значит проснулся? Рыбак у меня всегда, всегда жил во мне. Ну вот на этом этапе уже можно оставить на денек для схватывания слоя? Не, ну здесь, конечно же, здесь вот эту прописку можно, можно делать уже когда угодно и как угодно. Самое главное, чтобы была мягко прописана вода и смешана вот травка между собой, так, чтобы трава была уже. Лучше сразу дописать, вы потом к ней не подойдете. Чему? Ну, а потом очень тяжело дорисовывать. Я уж по себе знаю, надо, если начал, то до конца доводить. Не знаю. Одна из моих работ я делал, писал почти 9 месяцев. Ой. Ну, мог бы сразу написать. Залез не в то. Ну да, но там делалось, вот есть такие работы, которые действительно серьезные. Ты говорил в процессе написания этой картины. Можно каких-то вот таких еще побольше там. Тут уже на тему фантазии можно что угодно. Размер холста какой? 50? 40 на 90? 60 на 40. Вот, и начинается вот эта вот вся прописочка. Вся мелочевочка. А листики можно также запятыми какими-нибудь вот такими закорючками писать. Тоже интересно получается. Воздух очень хорошо ощущается в картине. Ставьте, друзья, если вам понравилось, ставьте, пожалуйста, лайки в YouTube особенно. Может, два минуса. Там, ну, минус это не страшно, потому что в YouTube разницы нет. По идее, ставите вы плюс, вверх лайк или вниз. Это все равно лайк. А если не нравится, ставьте лайк вниз. Если нравится, ставьте вверх. Если кто-то хочет из художников выступить на нашей конференции, на нашем проекте, приходите, с удовольствием возьмем вас, повыступаете, покажете, как можно писать ваши техники. Для чего нужны лайки, особенно в YouTube? Для того, чтобы были зрители. Для того, чтобы были зрители. Без зрителей мы художники, без вас мы никто. А вы мне можете помочь в этом. Поэтому зайдите на YouTube и поставьте, пожалуйста, лайк.
Я работаю сегодня бесплатно для вас. Вам будет несложно, а мне очень приятно. Ну и вот все, начинаем. Вот это вот такая вот она. Детальная дописка, прописка, где обращаем внимание на все, что здесь есть, все, что здесь теперь прописано. Начинаем заниматься вот этой вот разукрашкой. Прописка в центре, да? Да везде, везде, по всей работе прописываем, везде, абсолютно везде. Бегаем по всей картине, смотрим. Как в отражении, так и... Так и по травке. Кортик в бабушкином доме 4 дня писал. Вот которая картинка была красивая. Mm-hmm. Я посмотрю потом. Интересно мне. Ну вот так как-то. Все нужно еще чуточку уточнить. Сделаю небольшую паузу. Сейчас как раз ровно 3 часа. Нового ничего не покажу. Что-то у нас, сколько у нас по боковому зрению. Но финал, естественно, финал вы увидите уже в самом конце. В группах я сейчас почитаю комментарии, чуть отдохну. Допишу, вот я вижу, что кувшинка нам немножко. Так и сяк. Сейчас я выключу здесь светик. Может быть, переключусь на мою комнату. Так. Может быть, вот так еще. Ой. Не отодвигается. Попробую что-то такое примерно. Ну, в общем, конечно, все плохо видно так сейчас. Сейчас с освещением. А, что я сейчас заметил, конечно же, есть много недоработок. Нужны блики. Вот здесь будут блики, такие солнечные. Блики немножко нужно на березках. А по листочкам, может быть, чуточку уточнить. Добавить еще листочков. А может быть, немножко ветвь с веточками добавить. Немножко травки. Ну, все это займет еще час. А в принципе, в этот час я вам ничего нового не смогу показать. А если кто-то хочет посмотреть финал, то вы его увидите уже в группе, в самой группе.
будет выставлена, если не сегодня, то завтра фотография этой работы. Ну, а на этом, друзья, что посмотрим сейчас, какие у вас комментарии. Микель, я разговариваю на двух языках, английский, не общаюсь, только немецкий и русский. Очень много комментариев и там, и тут. Я не успеваю читать. Но на этом я должен с вами все равно попрощаться. Всем спасибо, друзья. Приходите на наши мастер-классы, участвуйте во всех наших группах, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке. Подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы не пропускать наши мастер-классы. Подпишитесь на канал, и там есть в правом верхнем углу колокольчик. Нажмите на него, тогда вы не пропустите ни один из мастер-классов, который проходит на нашем канале. Наш официальный сайт malerklasse.com. Есть все ссылки под видео. Заходите туда, посмотрите. Там же есть и группы, все ссылки на группы. А и вообще с нами интересно, с нами классно. Приходите, участвуйте, пишите, учитесь. Если кто-то умеет писать, приходите к нам как художник. Очень будем рады всем. На этом я прощаюсь с вами. Мы прощаемся с Татьяной с вами. До новых встреч. Желаем всем здоровья, крепкого здоровья. Ну и пожелаем нашим ребятам выиграть на этом чемпионате мира. До новых встреч. До свидания, друзья.